Россиянам запретят самим продавать автомобили. Минпромторг России анонсировал создание аукционов по продаже и покупке подержанных автомобилей. Сделки будут проводить лицензированные и аккредитованные дилеры, а продажа машин из рук в руки будет полностью запрещена. Как выяснили журналисты, чиновники уже разрабатывают соответствующий законопроект и скоро вынесут его на суд общественности и коллег из Кабмина. Инициатива направлена на вывод рынка подержанных авто из тени с целью пополнения бюджета. Профит, который чиновники хотят получить от своей затеи на старте проекта, оценивается минимум в 20 миллиардов рублей в год. Под контролем которой Минпромторг собирается реализовывать свой проект, любая сделка, проведенная через новую систему, будет подлежать автоматическому налогообложению. Компания оценивает общий оборот рынка подержанных автомобилей в России в 3 триллиона рублей в год. Поскольку никаких действенных инструментов для контроля за уплатой налогов в этом случае нет, то многие сделки проходят в сырую, продавцы не платят налоги. После перевода всех сделок на автоаукционную платформу бюджет сможет получать положенные налоги и отчисления. При этом услуги самих дилеров также будут для автовладельцев не бесплатными. Ведь такие специалисты будут иметь государственный сертификат для участия в торгах. Фактически, это будут посредники между продавцами и покупателями, и обойтись без их услуг у автомобилистов не получится. Если такой порядок будет утвержден, поставить автомобиль на учет в ГИБДД можно будет только при наличии соответствующих документов от дилеров.